Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Паоло Веронезе «Обращение Савла», «Холст масла Италия». Как рассказано в «Деяниях апостолов», иудей по имени Саул, ярый гонитель христиан, направлялся в Дамаск, чтобы захватить там последователей Христа и привести их в оковах Иерусалим. Уже вблизи города его внезапно поразил такой ослепительный свет с небес, что он тотчас лишился зрения. Упав на землю, он услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Бог повелел ему идти в город и ожидать наставления. Савл поднялся с земли, глаза у него были открыты, но он ничего не видел. В Дамаске к Савлу пришел ученик Христа Анания и возложил на него руки и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, который ты пшел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Прозревший Савл уверовал в Христа и стал проповедником его учения. Веронезе, конкретизируя предание, изобразил ослепленного Савла, падающего с коня. Ну вот так вкратце о картине «Обращение Савла» Паоло Веронезе по книге Буслович «Люди, герои, боги». Пока-пока, до свидания.